22 июня – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Россия и страны, которые столкнулись с фашизмом, скорбят по тем, кто ценой своей жизни избавил мир от коричневой чумы. В день памяти и скорби глава Чувашии Михаил Игнатьев возложил цветы к монументу славы в мемориальном комплексе «Победа» в городе Чебоксары. В траурной церемонии также участвовали депутаты Госдумы и Госсовета Чувашии, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, представители политических партий, общественных организаций, жители города Чебоксары и гости столицы. Традиционно траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли во всех городах и районах республики.